Всем доброе утро. Собралась укормить своих детенышей. Сейчас сами тоже будем кушать. Кошка уже тут с ума сошла. С ума сошла. Варя, тут бумажек накрошила нам. Делала нам вчера пиццу на листочке. Нарезала там сыр, еще что-то. Раскрасила. И вот и я положила на подоконник. Вот кошка сейчас хвостом тут все поразмолотила. Не лезь, Кыса, подожди, я сначала достану. Не знаю, что хочу скушать с утра. А хотя знаю, я вчера же паштет купила. Сейчас попробуем паштет. Вкусный ли он? Надо было самой печень купить и сделать паштет. Иди, кушай. Голодающие. Голодающие им сочувствующие. Да? Где? Красивая-красивая собачка. Аленка уже за компьютер уселась. Еще даже не позавтракала, ничего. Все, села за компьютер. Ален, нужно покушать. Так, а мне нужно сейчас позавтракаю, голову помыть. Навести. В четверг, вот я все время забываю. Мне потом еще в четверг надо мыть, чтобы она у меня нормальная была. Я в четверг все время забываю. Она в четверг еще чистая, а в пятницу она уже не чистая. Ладно, пойду. Пойду чаечек ставить. Сейчас будет кипеть. Намыла голову. Сейчас хочу сделать... У меня творог есть и хочу сделать блинчики. Сделаю блинчики и фаршированные творогом они будут у нас. Сегодня какой-то опять день не день с этими... Ой. График выпадает, в общем. Меня тут отвлекли, я уже все доделала с головой. Сейчас будем заводить блинчики. Заведем блинов. У нас уже время 2. А мы еще даже... У нас обед-то, конечно, есть. Я хочу блинов. У нас столько молока опять накопилось. Кислого. От которого я избавляюсь все время с помощью блинов. Нравится. Прям блинов напечешь... И красота. Так что надо эту штуку помыть. Я сегодня 2 яйца сделала, они прям такие темненькие. Они прям такие яйца негры. Не яйца негры, дочь, а тут у меня. Нет, они просто не желтые, яркие, они прям такие это. Блинчиков. Сейчас смотрела, как творожный суфле делать. О, у нас екали, как красиво. И воробьишек целая куча на этой... Как она называется? На рябине. Хотя там уже, мне кажется, клевать нечего. Они что-то там клюют добросовестно. Хотела волосы собрать, но после сушки сразу их собирать, они прям будут... У меня уже прям вообще кудрявится. Вот здесь вообще сильно кудрявится. Волосня. Мне не нравится. Мне так нравилось с прямыми ходить. Но они мне прям очень хорошо отросли. У меня прям даже вот так сильно не лежали на плечах. Прям очень сильно лежат. До мая потерпим. Будем лечить их. Отращивать, не красить. А уже там в апреле, наверное, я покрашусь. А в мае, наверное, сделаю этот... Уже себе кератин на лето. Вот. Кератиновая красотка. У меня как раз отрастут. Вот у меня единственный вопрос летом, как там с ними. Они отрастут, будут такие. Да. Это что, еще 5 месяцев целых? 4. 4 месяца. 4 месяца, даже если они у меня сантиметра 2 вырастут. Да не 2. Мне даже больше вырос. Что, у меня за эти выросло, наверное, 3 сантиметра за 2 месяца. Ну, 6 сантиметров, думаю, вырастет. Это уже прикольно. Может, уже волны такой не будет тут здесь, перепадов. Так, что-то я опять кучу блинов заведу. Я буду как это... Пэч долго-долго. Ух ты, голуби поразлетались. Поразлетались. Сейчас смотрела книжки, заказала девчонкам.
У меня сестра там подсела, знаете, на всякие скорочтения, скорописания. Такие классные книжки. Вот они придут, я вам обязательно покажу. Я вот у нее... А, я сейчас даже покажу одну. Сейчас это делаю. Она мне передала, ну, там с 8 до 12, по-моему, лет. И они слишком, ну, взрослые для Варюшки. Короче, там уже идет десятки, сотни, тысячи. А мы еще это... Мы еще это не прошли. Сейчас я вам покажу, какая книга классная вообще. Она на Валберис и вот такие скоросчет для детей. Вот тренажеры. Блокнот-тренажер для обучения. Ну, тут получается 8-12 лет. Тут полностью аннотация, что как делать для родителей. Первый день. И тут прям по дням. Третий день. Идет 2 умножить на 10, это. Ну, то это вот, в общем, легко. Мне кажется, сварят с этими примерами со всеми справиться, потому что только нули умножать. Прочитай фигуры. Треугольник, круг, квадрат, точка. Вот это все нужно прочитать. Расставь знаки. Умножить, плюс. Тут тоже, в принципе, просто. Вася зашифровал слово. Вот, короче, вот тут прям по дням. Тут типа заниматься надо 30 минут. Тут вот тоже считаем, сколько в магазине мы потратим. Раскрасить. Ну, прям прикольные книжки. И вот я такие же заказала. Только есть там еще от 6... Ой, с 7 до 9 лет вот я заказала себе. Потом скоросчет заказала, скорочтение и скорописание. Посмотрим, что и Алена у меня захотела каллиграфию. Вот потом придут книги, я вам все покажу. Классные вообще книжки. Напекла я блинчиков целую кучу. И сделала фаршированные. Такие один вот у меня порвался, сейчас я его буду кушать. Я хочу кофе и блинчик скушать. Не знаю, сейчас девчата узнают, что будет обед. У нас есть обед. Лапша отбивная, но я что-то не хочу. Не хочу блинчик съесть. Мы вернулись с танцев. У нас чуть... Никакой нету там картинки. У тебя есть белая футболка? Есть. А на ней есть картинка? Нет. А какая там на ней картинка? Телка, Коська. У меня появился личный пиар-менеджер, пока я была на танцах. У Варвары там куча идей, и она собралась вот мне фотки делать. Говорит, нужно срочно развивать твой инстаграм, поэтому, мама, я за тебя наконец-таки возьмусь. Столько идей придумала, вот. Сейчас поужинаем и будем... Приходите в инстаграм, смотрите. Короче, все, теперь за меня берется, говорит, мы твой блог вырастим вообще прям вот так. На щелчок. Да, все, раз я за тебя взялась, все пойдет. Как по маслу, смотрите, кулемки опять бесятся. Мы, наверное, сейчас поужинаем, чтобы потом не поздно. И потом фоткаемся. Да-да. Что-то сегодня как-то усталость навалилась, капец какая. Детей успокоить еще что-то не получается. Собираемся ложиться спать. Варюшка уже помылась в ванной. Осталась только Алена. Хочу себе какую-нибудь помаду, какую-нибудь классную, чтобы она прям под цвет губ была. Но, к сожалению, пока найти не могу такую. Хватит с ума сходить. У нас как вечер, так у нас вот такая вот история. Ну, хватит. Хватит, Алена и Варя. Ладно, все, всем спокойной ночи. Всем пока-пока.